В пятницу коммунисты вновь вышли с пикетом к Ивановской областной думе. Повод все тот же. Партийцами внесено предложение к 9 мая принять закон о Знамени Победы. Согласно этому нормативному акту, в праздничные дни вместо государственного флага над административными зданиями должны развиваться копии Знамени Победы. Ивановские депутаты, в частности от партии власти, инициативу коллег из КПРФ не поддержали. Законопроект не прошел. А вот парламентарии из соседних регионов у себя этот закон давно приняли. В 22 регионах нашей страны этот закон принят. Кстати, в январе этого года в Костроме костромские депутаты от партии «Единая Россия», от других партий, от компартии Российской Федерации этот закон приняли. Им ничто не помешало. А нашим мешает, видимо, их взгляды. У многих 30 лет даже назад они были взгляды коммунистические. Сейчас у них взгляды антикоммунистические. Наверное, вот это основная причина того, что они отказываются принять закон.